Сегодня в России много говорят о важности отношений с Южной Африкой. Нас в этом смысле прежде всего интересует культурный аспект. Мало кто знает, но от русского изобразительного искусства первопроходцами в освобожденной от апартеида ЮАР стали московские художники. Это случилось в 1995 году, когда президентом страны стал легендарный Нельсон Мандела. Для развития связи в ЮАР приехала делегация московского правительства во главе с Лужковым. Он привез с собой художественную выставку, которая экспонировалась в Южноафриканской национальной галерее в Кейптауне. На открытие выставки приехали будущие народные художники России Николай Колупаев и скульптор Михаил Переяславец. Примечательно, что именно Колупаев в 2008 году примет активное участие в возрождении нашего Союза русских художников, а Переяславец станет участником его выставок. Уникален и тот факт, что в те годы в ЮАР в детском возрасте проживал и нынешний председатель Возрожденного Союза Юрий Герасимов. Ну а тогда, в 1995 году, картина Колупаева на тему русской деревни была подарена Нельсону Мандели. Таким образом, Николай стал первым и остается пока единственным русским художником, чья работа хранится в фондах южноафриканского правительства. Так что Южную Африку можно смело назвать побратимой страной для Союза русских художников.